Интересный сериал называется «Ванида». Младший брат вот этого героя приходит к отцу Ваниды, занимает у него денег. А тот ставит условия: если ты своевременно не вернешь долг, вынужден будешь жениться на моей дочери. Тот вроде соглашается, но когда приходит время расплачиваться по долгам, денег нет, и парень сбегает. Тогда приходит, чтобы решить этот конфликт, вот этот старший брат, военный, чтобы решить конфликт. Потому что отец Ваниды настроен судиться. И этот герой соглашается жениться на Ваниде. Как дальше будут развиваться события, можно будет посмотреть в этом сериале.